Оля, хочешь сюрпризы открывать? Да! А какие там, угадай? Там, наверное, где были и пони, и где собачки, наверное, были. А ты будешь? На балконе. На балконе? Да. Пойдем открывать? Да! На террасе. Ну-ка, давай, спускайся. Хотим. Хотим. Хотим, хотим? Да, хотим. Скажи пока! Пока! Вот такой у нас уже хаос. Вот. Покажи, такая. Что у тебя попалось. Вот такая. Это что такое? Поля. Вот. Мама, сити. Бусики какие-то. Да, ой, да. Есть. Нет, ой-ой. Нет, это мое. Мое. Вот ты вот это открываешь. Девочка. Не девочка попалась. Нет, девочка попалась. Помоги, Полина. У Поли мальчик попался, у меня девочка. О, девочка. Моя. Конфетки. Конфетки, Зай? Да, конфетки. Что-то не ставится. Нет, девочка попалась. Это самый последний был. Все. Нет, тетя есть. Тетя. Все, они детки. Еще одни конфетки? Так. Ой. Они даже без листиков стали. Мама, сиди. Моя девочка. Палец. Вот это что-то только не ставится. Девочка, палец. Давай я положу. Нет, девочка. Давай. Вот смотрите, что нам попалось. Из 8 2 одинаковые. Полин, покажи. Нет, тут очень. К сожалению, они почему-то не очень хорошо стоят. Девочка. Никуш, попробуй поставить. Вот. На листиках? На листиках очень плохо стоят. И без листиков, и на листиках. Вот эти две девочки мы так и не смогли поставить. Она все время падает. Может быть, мы что-то не так делаем? Все, еще нам попались вот такие бусики, украшения. Мы их обязательно куда-нибудь оденем. Посмотрите, как симпатично. Правда? Ну вот, наверное, все-таки они должны на листиках стоять, да? Да, только они не ставятся. Очень симпатичная вот эта девочка. Все, Аки. Все, Аки. У нее мишка. А вот где девочка с сумочкой? Вот девочки оба с сумочками. Вот обе с сумочками. Вот они. Вот они. Все, Аки. Вот. Сейчас. А вот это вот только да, сзади. Да, она сзади одевается. Вот симпатично, но почему-то они не стоят. Так да. Жалко. Смотрите, ставишь, а она падает. Ну, я в комнате.
значит, как-то поставлю. Смотрите, оп. То есть сделаны они хорошо, но падают. Вот эти очень красивые, с крылышками, на листиках стоят. А как вот этих девочек ставить, вообще непонятно, да, Нику? Мама. Ну вот, мы с Вероничкой кое-как их поставили. Они все-таки могут стоять? Да. Хоть как-то возможно. Вот тут такие девочки, такие феи, да, Никуш? Да. Вот это мармеладки вкусные. Уже одну упаковку съела Полиночка. И вот такие бусики. Вот наш улов на сегодня. Пока. 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 Скажи пока, Полишка. Пока. Хочешь мармеладку? Да. На, бери. Все, ты любишь мармеладки? Раздели. Открыть сейчас.